Я, кажется, сдохну. Нужно быстро нажимать, короче. Ты меня убил! Нужно быстро нажимать, и он тогда будет низко прыгать. Ну ты, и зачем ты меня убил? Бесконечный снепредел! Вернись обратно. Да. Я вернусь за тобой, хорошо. Синий такой. Не знаю насчет этой идеи. Черт, я на тебя что за... Ты можешь, если хочешь. Тут, короче, нужно быстро нажимать. Эй, привет, брат. Как дела? Нормально. Мы как ролики, должны заниматься любовью. Нет. Ну там было, ты видел, там сердечко было нарисовано, то, как мы прыгали друг друга. Да? Сейчас, рука. Я не вижу этого типа, ватафака ютокеров. Было сердечко. Оно было только потому, что я жизни тратил. Думаешь? Нет, там было розовое. Ты меня сейчас убить хочешь, ты чё? Нет. Давай тогда осторожно по очереди прыгать. Может тебя подбросить? Да черт! Они легкие в управлении, чё ты паришься? Они так прилипают еще. Fuck you. Ну да. Чё ты паришься? Ты не можешь так сделать. Ну вот теперь ты лоханул. Чё там пишет? Я не знаю, не могу прочитать, что ты прыгаешь. Смертельный удар ногами, говорят, может, вот так вот. На тебя прям. Ее, я больше очков заработал. А я какие-то вещи получу. Бац, неожиданно в Little Big Pony целый уровень с кроликами. Где это еще возможно? Эй! Как же я, как же твой маленький друг? Вот вон! Так, теперь нам нужно думать. Это сейчас, хрень электрическая. Можно только сверху убивать. Я промазал. Я тоже. Ты меня поставляешь. Это на любовь не очень похоже, я тебе скажу. Не, я понял потом, после чего была любовь. Любовь была от того, что я очки подбирал, он же. Я тебя отпрыгну, ты видел? Да, я специально это делаю. Давай. Убирай это дерьмо. Давай. Отлично, еще один, еще один. Там еще, там сверху можно еще подобрать, слушай. Давай, друг друга в жопу прыг. Может как-то нужно это, бесконечный это, знаешь, прыжок. Давай. Я точно видел что-то наверху, я тебе клянусь. А еще от стенки можно отпрыгивать, слушай. Не важно. Смотри, смотри, не-не-не, вернись. Короче, ты подпрыгиваешь и к стенке. А кто-то там пришел. Там уже все, это конец, чего. Тогда держись за меня. Мы отправимся в путешествие. Это взад. Нет. I don't think so. Я пытался. What the fuck? Я пытался затащить, я не ударил током. Ублюдки. Я их больше не доверяю. Я такой своим глазами мигаю. Боевая академия Валона, еее, бичес. А, вон сзади надо. Абадабадя! Держи. Пёсик, это пёсик! Теперь у нас еще и пёсики. Чё ты взял моего пёсика? И почему у него глаза синие, если это мой пёсик? А как спрыгнуть с него? Не знаю, никак, наверное. Хватит маячить перед лицом! Тупая псина! Я лег, поэтому. Видишь, я лежу. Иди отсюда! Я буду лежать. Отстань. Мне грустно. Эй, спасибо, что понял меня. Вали туда, вот, вали. Иди нахер, пошел, просто слышь. Эй, пес! Ты че ты меня слышишь, сука? Я тебя сейчас там! Ты давай, попадай! Это танец, что ли? Попробуй еще раз так сделать. Твой победный танец. Ой-е-е. Эй, это мой. Пока.
Погнал! Ох, черт. Причем был чекпоинт в 5 шагах у меня. Звуковая атака, наверное. О, черт. А, звуковая атака только толкает, черт. Ай. Можно толкать блоки. Че? Че ты съел? Как ты это съел? Не знаю. Ты меня забил, что ли? Из того. Я не доверяю. У нас с твоими псами что-то проблемы какие-то, надо от них избавиться. Помогите мне кто-нибудь! Я без движения ухожу. Смотри, без движения. Без движения. Я Майкл Джексон среди собак. Йо, бичес. Хорош, ты хорош. Как ты это делаешь? О, точно, слушай. Это как, знаешь, танец у Кентачи. Ту-ду-ду, и он такой без движений как бы двигается. Ту-ду-ду, и с одной стороны в другую так. Кентачи, ту-ду. Да-да-да-да. О! Не, подпрыгивай. Спасу тебя. Спасибо. Эй, помоги мне эту штуку собрать. А мы можем сталкивать. Пёс, ты на шицу похож, только на больную шицу. Чё ты сказал? Вот так забавно умирает, как будто его там пищил по полной программе. А я знаю, как это пройти. Ты будешь толкнуть её? Да. А чё ты не взрывал? Пойду я за тобой вернусь, что ли. Затолкай его. Нет. Давай, осторожно. Прыгай на меня! Думаешь, я думаю, знаешь, что мы можем... Ох, чёрт! Вот это сальто сделал. Ну, бэрл-ролл. Я думаю, что мы можем так толкнуть. Пошёл ты, и чё я делать? Я не знаю, что так будет. Я просто собака тупая. Ау. Так я тебе и поверил, ау. Конечно, иди нахер. Вали отсюда. Я от всей души. Стой. Я звоню демоническая собака, смотри, у нее глаза были белые. Ну-ка проваливайте с нашего пути, мы собаки. Я же тебя не могу толкнуть, его ставить. Бубиса. Оп. Помогите мне, неплохо. Помоги мне, пожалуйста, бросай меня здесь. Тебе нужно усыпить. Что ты делаешь со мной? Помогите мне кто-нибудь, помогите! Сдавайся, говори секреты! Fuck you! Окей. Мне кажется, странно, что мои соседи, кажется, не живут сейчас в данный момент в своей квартире.